Друзья, снова всем большой привет. Мы играем в No Man's Sky и давай продолжать исследовать всякие разные планеты. Сейчас мы полетим на этой же самой планете. Я хотел что? Сделать, правда, топливо немножко. Давай, у меня тут перебор. Перебор, и главное, я ничего не могу сделать с этим. Может, что выкинем? Что бы выкинуть? Вот этот усилитель сигнала, может, поставим на этот, на пол. Как говорится, а он у нас вообще тут есть? Усилитель сигнала-то. У нас усилителя здесь не стоит. Смотрите, после обновы накидали нам вот эти штуки. Я еще вот ящик сейчас только что открыл. Не было этого. Так, у нас тут усилителя сигнала нет, поэтому давай поставим его. Пусть он здесь, наверное, всегда стоит. Наш усилитель. Значит, он нам только место занимает. Так, строение поблизости. И сейчас там есть одни строения, и мы сейчас полетим на эти строения. Посмотрим, что-то как. Где-то тут вот открылись у нас по карте рядышком. Обнаружена радиомачта. Вот, и еще к тому же мы там что-то обнаружили. О. Вот, вот сюда мы сейчас 800, потом монолит. И вот у нас еще есть небольшое поселение. То есть чем заняться, грубо говоря. Пусть эта штука здесь остается. У нас освободилась ячейка. Я хотел вот эту штуку создать. Это нам нужно что? Филитовое. Чего? Не хватает. Не хватает. Опять этот сканер за мной преследует все. Так, здесь у нас что не хватало? Хромированный металл. Нет, хромированный... У нас нам надо медь, а у меди я пока не нашел. Поэтому мы сейчас полетим туда, заодно, возможно, меди найдем. Я буду надеяться, что она, ну, не одноразовая, как бы, медь. Так, что можно починить? Во. Немного барахло свое разобрали. Так, давай ячеечку. И пойдем. Сделаем. Так, а где у нас наш звездолет? А, вон он. Красенький. Я надеюсь, потом можно будет это все обменять... назвать, починить там и так далее. Так, давай заправляйся. Кирит, куда еще девать? Только сюда. Выходим. Сохранились. И полетели мы. Полетели отсюда. Сейчас посмотрим вот эти точки. В поселение отправляемся. По заданию. Небольшое поселение. Погнали. Посмотрим, что у нас тут. Небольшое поселение. Может, там у них есть и... Так, во-во-во, это еще что-то такое. А, я, походу, тут был. Почему-то не отметилось. Ладно, погнали в поселение. О, у них есть это. Куда... Куда приземлиться. И, по-моему, из-за того, что вот эта штука приземляет, разворачивает, мы не тратим... Сейчас посмотрим. Да. Очень клевая тема. Мы не тратим на вот этой площадке, как я сейчас заметил, наш как бы элемент топлива на взлет-посадку. То есть вот эта штука, вот эту платформу надо у себя на базе поставить. Правда, вызов, если у нас вдруг где-то мы его забыли, а появились на базе, вызов стоит данные. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Открывай. Привет, робот. Кодировщик. Ну, привет. Что-то там он там балаболит.
Можно было бы дать ему углерод. Может, мы ему углерод сейчас дадим, и он... Могу забрать? Своровать. За целый лям он нам хочет дать 14 человек. Нет, пока что у нас лям... Терминал галактической торговли. Ух ты. Я такого еще не видел. Продавать предметы свои... Оу, если бы я такую штуку бы дома бы... Ну, в смысле, на базе бы установил, было бы класс. Покупайте галактические штуки-дрюки. То есть я могу прямо отсюда продать. Например, нахер ненужный азот, который я не знаю для чего нам. То же самое с хлором. Ржавчину выкинем. Перит. Так, 500 тысяч у нас снаряды. А, и кстати, вот то, что минус, это из-за того, что мы с ним плохо знакомы. Он нам, скажем так, налог у нас на всю торговлю. Обменяться скопленными нанитов на чертежи. Так, личное силовое поле. Приемник телепорта. Это что такое? Приемник телепорта. Это я куда вставляю-то? А, корабельная телепортация. Это чтобы я, грубо говоря, сразу мог телепортнуться на свете. Но я его все равно не установлю, пока что антиматерии мы создавать не умеем. Остальное нам ничего не хватит. Хорошо. Так, подобрать ничего не могу. Вроде бы нет. Погнали дальше. Что тут еще есть? Пойдем вот эти штуки посмотрим. И может быть ему углерод дадим. Так, здесь можно засейвиться. Страж охраняет, если что. Так, мы засейвились. Погнали, посмотрим вот эти бункеры. И сейчас ему углерод в паре, может он к нам лучше будет относиться. Так, что у нас тут за ячеечка? Изучить. Вытащить скопление нанитов. Так, вторая. Вторая комнатка. О, неплохой домик. Тут, походу, ничего нет. Да, просто так. А, погоди, здесь что-то было. Или нет? Зашифровать. О, навигационные данные я какие-то расшифровал. Так что не зря зашел. Так, давай, пока нас никто не видит. Сейчас углерод наберем. И впарим ему. Что-то там он сколько-то хотел. Может, он к нам лучше относиться будет. И потом слетаем еще на... Раз тут платформа есть, значит, у нас ничего не потратилось. Можно спокойно где-то еще рядышком сесть. Я вот почему-то так и думал, что когда есть платформа вот эта... то у нас не тратится взлетно-посадочная, и это радует. Так, пойдем, ему впарим углерод, он хотел. Здорово, робот, что-то ты там хотел с углеродом делать? Да, дать углерод. О, он радостный. Скопление... Мне перевели вот эти штуки, и еще, ребят, погоди. Пешечка, журнал, открытие. Я тут подсмотрел, что вот эти штуки. Вот, видите? Перечисляют нам. За то, что мы исследуем. То есть вот эти все исследования, грубо говоря, то, что я сканирую, они полезны для вот этих... вот этой валюты электронной, какой-то чип, и на нее я покупаю апгрейды. И это очень классно, потому что
можно этим пользоваться. Так, медь. Какой-то кактус, что тут еще можно посканировать. Все, короче, будем сканировать теперь и отправлять. Это очень полезно, потому что я раньше думал, что... Как бы нам еще получать всю эту валюту, а теперь оказывается все просто. То есть это не бесполезная такая фигня, типа нафиг мне сканировать кактус, например, да? Ну, грубо говоря, что он мне дает? Я могу и так... Спилил и спилил, как говорится. А это нет. Каждая штука теперь что-то дает, поэтому... О, какой у нас зум большой. Так, ладно. Садимся и полетели дальше. Так, я хотел куда? Я хотел вот в эту красную штуку. Вот сюда я хотел полететь, посмотреть, что у нас тут. Радиомачта. Это дальше. Так, там тоже какая-то достаточно... Оу, отлично. Вот это меня вообще радует. Сейчас мы засосемся. Так что вот эта штука, надо возле нее приземляться. Мы экономим себе реальный ресурс. Потому что просто так вот так взлет-посадку, это, блин, разоришься. А тут вот это вот столб, который вызывает... Слушайте, а я же могу у себя на базе, по идее, такой столб поставить, да? По идее, могу. Так, давай пойдем посмотрим, что у нас тут. Радиомачта. Так, у нас тут опять какой-то робот сидит. Опять робот. Какие-то данные я могу... Ага, вот этот стол. Тут есть данные. Угу. Так, вот тут еще ящик. Главное ничего не пропускать. Потому что могут быть какие-то ништяки, а я их пропущу. А потом, когда я уже буду знать, где что примерно попадается, там уже можно будет пропускать. А, существо своих мировых... Ставит существо в покой? Не, давай. Не, не хочет, смотри-ка. Е, урод. Не захотел с нами разговаривать, прикинь. Похлопать. Ну чё, лучше относишься. Короче говоря, какой-то неадекват сидит тут, непонятно. Чё делает? Так, чё, что вот это за штука? Ага, это у нас пыль обычная. Яйца я не буду трогать, ребята. Яйца трогать я не буду. Так, вот это интересно, медь наша или нет? Или... Но вообще далеко от нашей базы. Может быть даже и другое какое-то скопление. Ну, сейчас посмотрим. Так, это починить, пожалуйста. Так, здесь мы побыли. Две точки мы, получается. Да, блин, клево. На базу бы нам такую штуку бы апгрейдить. Апгрейдную. Тихо, 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 тихо. На базу апгрейд такой нужен. Так, либо я тут был уже. Сейчас посмотрим. Ага, я тут не был. Кого занято? Алло. А вот это мы уже тратим, получается. Ну, потратили и потратили.
Так, пойдем выкопаем медь. Нам надо в 250, то есть стак зафигачить. Я думаю, что здесь стак наберем. И надо будет его переработать. Как раз мы на этой же самой планете, поэтому все нормально. $250 надо. Ага, кончилось. Давай чистый. Времени нет, поэтому мы добываем все в ускоренном варианте. Клевый манипулятор вот этот. Так, уже соточку набрали. Сколько набрали? 163. Маловато, еще половину. Еще целую половину. Это у нас намагниченный 20. Блин, куда-то нужен он. Ладно, полностью зарядим. Если что, потом сделаем. В принципе, всего лишь феррит, а не какой-то там важный ресурс, поэтому вот с медью немного проблематичнее, ее надо искать, в отличие от того же феррита, поэтому... Так, 240, отлично, еще дальше идем, выкапываем все, что есть, я не буду медь пропускать, потому что наверняка на что-нибудь она еще нужна. Здесь, скорее всего, пару стаков будет. Так, у нас уже 300, нам надо 500-очку. А, у нас, скорее всего, кончится мультитул наш. Что, скорее всего. Все, кончился. Сколько набрали? 250 и 105. Так. Кстати, не обязательно далеко подбегать. Ой, близко подбегать. Можно и вот так добывать. Прикольная, удобная штука. Так, давай починимся. Заряжено, отлично. Ой, он сам переключает. Блин, изи. Игра сама понимает, что я добываю, и переключает мне этот манипулятор материи. Так, все, у нас уже 400. Скоро будет 2 стака. Тут побольше меди, по-моему, чем вот у меня было. Еще бы неплохо было бы... Кстати, он там это хромированное как раз еще куда-то нужно было. Сколько набрали? Давай посмотреть. Так, 500-очка, 2 стака, еще 17. Ну давай еще разок, и хватит. Так, где кирпичи? Сейчас еще загрузим. Что будешь сделать, так сделать. А то что, прилетели? Так, это надо апгрейдить. Нам бы быстрее апгрейдить свой манипулятор. Было бы круто. Так, и мы перит тоже добываем, да? Перит, да. Ну, клево. Перит нам куда-то нужен для... А, для починки этого.
Для починки кораблевого этого. Вот этой штуки, по-моему. Так, ну тут меди больше, чем вот первый раз, когда я добывал. Здесь прям медь огонь. Достаточно быстро и удобно. Смотрите, не надо, как в других играх, блин, забуриваться далеко. Очень удобно гораздо сделано. Удобнее. Еще соточку набрали. Так. Ну да, соточку. Нормально. Погнали. Еще осталось, поэтому... Так, где наш корабль? А, наш кораблик тут сканирует. Прикинь. Так, садимся. И полетели на базу. И посмотрим по... Блин, у нас чертежей нету. А, вот еще какая-то шляпа была. Это что такое-то вообще? Перезарядка сканера. Блин, может там еще что-то было, медь? Ну ладно. Что у нас тут есть? Может, что найдем? Неизвестное здание. О, полетели туда. В неизвестное здание. Вот я еще, по-моему, там медь нашел. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Это мы все в одной планете, прикинь. А тут хреново туча. Так, где какое здание? Что-то я здание потерял. Где здание? Или оно настолько снизу, что я его не вижу? Жалко, нельзя парить в воздухе. Так, может, так и вижу. Что-то здание-то я и не вижу. Сейчас скажешь, ну страх, слепой, не увидел здание. Не, реально не вижу, ребят. Ладно, полетели на нашу базу. И посмотрим, конечно, желательно эти бы найти чертежи. И плохо, что у нас нет посадочной вот этой штуки. Может, нам посадочную? А, без чертежей она нам не открывается, по-моему. Так, я прям в кирпич сел, прикинь. Ой, я далеко, кстати, от нашего. Ну ладно. Нормально. Так, у нас тут все уже построено. Давай сейчас перегоним медь. Так, и мне нужно... Если у меня есть углерод. А, у меня есть. Так, давай перегонять медь. 200... А, погоди, нам просто надо было 250. Нам же никто не сказал, что нужен этот. Что нам пишет? Получите из меди хромированный металл 125.
То есть они просят перегнать все-таки. Мы перегоняем. Вывод занят. 125 как раз получается. Как раз ровно стак. Так, пока у нас там все делается, давай мы засканируемся. Засохранимся, точнее. Пустыня. Сканировал я это дерево? Сканировал. Кактус тоже сканировал. Так, а ты что нам на луч не запускаешь? А, вот навигационных данных, давай. Поиск артефактов. Мы еще такое не делали. Давай какие-нибудь артефакты сейчас посмотрим, что это. Может, что найдет нам, какие артефакты полезные. А, блин. Зря потратил. И артефакты всего лишь слово. Не, ну это же полезно. 9 минут. Нет, это надо лететь. Это далеко. Так, сколько здесь процентов? 93. Так, пока у нас там делается. Пойдем эту штуку соберем. Так, у нас здесь все получилось. Забираем 125 штук. Что нам говорят? Создайте гипердвигатели. Установите гипердвигатели. Это у нас вот здесь создается. Надо ближе к этому бежать. Ближе к кораблю. Так, я мерзну. Не мерзни. Пойдем сделаем гипердвигатель, и я думаю, что нас попросят свалить отсюда далеко. Ой, ему понравился наш этот, наш кораблик. Так, давай. Нифига он там замахнулся, видел? Так, гипердвигатель. Е. Гипердвигатель. Создать. Установлена. Установили технологию. Создание топлива для варп-двигателя. Найдите антиматерию. Удержите W, чтобы взлететь. А где я тебе антиматерию возьму? У нас без варп-ячейки никак. Это надо сделать что? Вот эту варп-ячейку. Контейнер для антиматерии надо сделать. Или найти. Может, нам надо посидеть? Может, нам какое-то сообщение дадут? Нет. Говорится, ищи среди звезд. То есть намекает на то, что вали отсюда. А, ну, в принципе. Так, что у нас там по...
нет. Нормально, заправились, погнали. Так, можно табличку изучить. Просто, правда, будет, наверное, дорого. В плане посадка не стоит, наверное, такой жертвы. Полетели, просто посмотрим, что тут еще есть на планете. Может, что найдем? Туда куда-нибудь подальше. Может, чего и найдем. Такое интересное. Главное просто по сторонам везде. Смотри, так вот здесь мы копали. Давай куда-нибудь вот сюда. Планета большая, можно что-то найти, наверное. Заодно и посмотрим. Так, ну пока я ничего не... О, там какой-то этот... А, нет, просто красная фигня. Залежи. Пока ничего такого не вижу. Строения я ищу, конечно. Какие-нибудь заброшенные, не заброшенные. То есть без сканера хочу что-нибудь найти. Не совсем удобно тут как-то... В плане лететь и наблюдать. Боюсь просто врезаться. Так, ну вроде я ничего не вижу. Ладно, погнали. О, нет, погоди, что-то вижу. Что-то вижу, даже посадка есть. А этот был? Нет? Давай посмотрим. Ну, такое ощущение, что этот был. В любом случае, мы ничего не теряем в плане этого топлива. Когда зеленое, значит, за нас сажают, да? Да, ничего у нас не украли. Мы ничего не потеряли, поэтому нормально. Так, давай посмотрим, был я здесь или нет. Может, я успел круг сделать? Так. Забрали. Или это обновилось просто? Пока вот эту штуку показывать нельзя, ничего взаимодействовать, никакие штуки не работают. Извлечь. Извлек. Не, походу это другое. Получается, что я тут не был. Давай пойдем, зайдем, посмотрим. Там опять, наверное, мужики сидят, эти роботы. В карты играют, ничего не делают. Так, и можно сохраниться. Да, я бы залутал эту штуку. О, а тут что-то вообще никого нет. Все опять данные? Нет, данных нет. О, а что такое? Радиомачта. О! Без ответа. И что мне надо ввести? Ввести 720. Ну, я что-то по сюжету сделал, ребят. Что относится ко мне, что? Хуже, лучше? Пойман сигнал... Не, скорее всего, лучше, потому что сигнал бедствия. Значит, я помогаю, вроде как, откликнулся, да?
Регион. Так, вот эту штуку тоже залутать. Так, здесь могу как-то взаимодействовать? Нет. Ничего нажать больше не... А, что такое? Кресло крутить можно. Так, больше тыкнуть не могу. Можно было, наверное, что-то еще нажать, но я вот нажал первое, как бы что попалось. Особо не думать. Особо не думая. Так, здесь ничего нету вроде. Здесь все сломанное. Мы сохраняемся. И я думаю, что на этом серию заканчиваем, а в следующей серии пойдем на вот этот сигнал ответим. Бедствие. И... уже вылетим в космос, посмотрим, что да как нас там просит. Вот, так что приходи на следующую серию, будем продолжать играть. Пиши, комментируй, ставь лайки, подписывайся. Вот, и... Вот, что такое? А, это медь. Нифига себе, какая штука. Вот, и будем продолжать играть в эту игру. Пока-пока.